Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам о маленьких таких плюшках по поводу дополнительного заработка. Сама основа, как можно получить больше денег, работая по часовой ставке. Получается, в Польше есть несколько агенций, которые устраивают вас на работу, именно польских агенций. Кстати, мы столкнулись с одной из украинских, которые тоже берут именно студентов, которые относятся к польскому затруднению, то есть если вы учитесь в Польше. Это может быть либо школа полициальная, либо высшая школа, либо университеты какие-нибудь. В некоторых агенциях котируются полициальные школы, в некоторых не котируются, то есть идет высшие школы и университеты. Каждая школа выдает вам свой особенный документ, то есть, допустим, полициальная школа – это то, что вы слушатель, высшая и университет – о том, что вы являетесь студентом. На фоне этой ставки, на фоне этих школ у вас повышается ставка, и ставка на данном этапе это составляет около 17 злотых в час. Это в Люблине, допустим, вот сейчас, в 2020 году, в феврале месяце. Ее подняли с этого года, с января. А такая, скажем, основная ставка, если вы не были студентом, это около 13 злотых. То есть уже дополнительные 4 злотых у вас является. В каждой школе это по-разному. Также все зависит от работы и от ночных смен. Некоторые ночные смены оплачиваются больше. Хочу еще так уточнить, что эта ставка является для людей до 26 лет жизни. То есть если вам больше 26 лет, у вас отнимается минус 1 злотый. То есть полностью оплата такая самая, только минус 1 злотый. Так что вот, сердечно запрошаем, оформляйте документы, все будет хорошо, удачи в работе, подписывайтесь, будьте с нами. Всем пока!